Здравствуйте. В эфире снова мастер уровня, и это уровень Nessus, который также принадлежит к мини-серии песни Ада. Итак, хватаем дробовик, открываем эту дверь и сначала идем сюда, отстреливаем зомби. Прежде всего меня интересуют пулеметчики. Наверное, можно импов выносить. Вообще я бы расстрелял всех сканеров. Легких тоже отлично. Хватаем супердровоид и бежим сквозь эту стену, чтобы убить ревенанта, взять мегасферу, а также секретную биоджи. И дальше я не могу спуститься, я тут блокирует. Ну ладно, вернемся в то здание другим путем, так как нам еще есть здесь чем заняться. Здесь еще есть оружие. Демоны. Так. Остались только в этом крыле. И сканеры. Так. Ну все, забираем плазму на всякий случай. Как и демон зашел, поздоровался. Так, далее выйдем в стартовую зону и зайдем отсюда, потому что здесь есть небольшой заковок, где еще прячутся монстры. Прячут всякие вкусняшки. И далее выходим на улицу. И просто расстреливаем все альтернативно живое. Этих манкомов мы обработаем ракетницей. Допустим, пару ракет, чтобы уничтожить пулеметчиков. Симпы охраняют порталы. И порталы ведут, кстати, в разные точки в центральном здании. Итак. После того, как уничтожим как демона, проверим вот эти вот сторонние сооружения. Для начала нам нужно зайти сюда. Ой. Надо же, два минимальных урона подряд от ревенантов. Да и везунчик сегодня. Так, за этой дверью сразу бароны Hell Knight. Выносим их и нажимаем этот переключатель, чтобы в противоположном таком же строении нам открылся выход. Но прежде чем мы туда пойдем, нужно заглянуть сюда и приготовить BFG, потому что здесь никто иной, как Archvile. Итак, идем уже в это строение. Нас встречает ревенант. И... секундочку. Итак. Да, кажется, я забыл взять берсерка. Потом закутки с тремя монстрами. Ну ладно, бывает. И этот выход открывается только триггером вот здесь. И я полагаю, что это должно быть все, да? Вот такой вот короткий уровень, прикольный, быстрый, полон экшена, расслабляющий, особенно после предыдущих двух. Мне нравятся такие карты, они довольно простые и веселые. И ничего лишнего, просто убийство демонов, все как мы любим. Да, она посредственно выглядит, и дизайн такой очень-очень простой. Но тем не менее она веселая. Ну, в общем, ладно. Спасибо вам за просмотр и всего доброго.